Здравствуйте, друзья, с вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием Bermuda Lost Survival. В прошлый раз мы с вами нашли месторождение серы и месторождение железа, немножечко подбывали их и сплавили несколько слитков железа, даже вот у нас 10 тут есть, давайте сразу их заберем и положим, наверное, сюда, да. Нам одного, к сожалению, слитка не хватило с вами, чтобы скрафтить наковальню, но я, конечно же, не растерялся, я потом сплавал не на запись еще в те же места, где мы с вами плавали в прошлый раз, то есть вот сюда, и нашел там еще несколько месторождений, и, в общем-то, накопал железо, как вы видите, аж 71 штуку руды. У нас есть уголек, давайте даже, наверное, так, нам нужен один слиток, да, получается, еще не хватает, но давайте, наверное, пока один раз и переплавим, чтобы побыстрее немножечко было. Так, сколько там получается? Нам две руды нужно, да? Две руды. Сколько? Я думаю, вообще один уголек. Ну, два тоже сделаем, ладно. Сделаем тоже два. Все, пускай сейчас она переплавится, тогда в слиточек, и мы с вами сможем скрафтить наковальню и посмотреть, что мы там сможем делать в той самой наковальне. Я надеюсь, два угля хватит. Очень на это надеюсь. Но если не хватит, подложим еще у нас. Угля, в принципе, предостаточно. Также я немножечко воды еще накрафтил. Уже выпил несколько штук с рыбешку подобывал, кстати говоря. Давайте сюда и возьмем. Так, уголек мы тоже вот тут заберем, с вашего позволения. И переложим сразу, давайте, станочек наш крафтовый, да? Ну, слушайте, угля уже дофигища просто. Мне интересно, конечно, как это делается динамит все-таки. Потому что мы с вами хотим же, ведь, правда, ведь хотим скрыть контейнеры. Раз там есть такая опция, скажем так, да? Блин, все-таки не знаю, может быть, скрафтить, попробовать факел. Мне просто интересно, как он выглядит. Один, я думаю, мы с вами скрафтим, просто чтобы посмотреть. Так, что у нас тут с веревками? Я еще тоже понырял немножечко, подобывал водоросли, ну и деревяшек и так далее. Все, короче говоря, что нам с вами необходимо. Вот веревки у нас еще есть. Того уже 35 веревок, неплохо. Так, что нам требуется для факела пока что? Давайте посмотрим. Для факела нам требуется один скраб-металл есть, 5 палочек и всего лишь одна веревка. Давайте, думаю, скрафтим. Скрафтим, посмотрим, как он выглядит. Мы с вами можем скрафтить лестницу. Окошки всякие разные, пока на которые совершенно не нужны. Ну ладно, это пока все оставим. Так, у нас есть. Есть у нас с вами факел. Куда мы с вами его расположим? Давайте. Так, можно было бы, конечно, где-то здесь посерединке, типа, чтобы он нам здесь освещал по вечерам, да? А можно куда-нибудь сюда запихнуть. Можно вообще он там по краям расставить. Давайте здесь край сначала поставим, посмотрим. Так, эти. Факел. А, так он малюсенький совсем, слушайте. Просто он как-то на иконке все одинаково выглядит, поэтому я думал, честно говоря, что он будет несколько больше. Но раз он такой маленький, можно куда-нибудь сюда влепить, в принципе. Почему бы и нет? Почему бы и нет, раз мы здесь с вами будем, типа, спим. Давайте около ящика прям поставим сюда. Здесь сюда. Вот такой вот. Оп, небольшой. Раз. Хряпс. Во, готово. Так, и нам, видимо... А, слушайте, вы поглядите, эта хрень в факеле похожа на ту, которую мы видели с вами, помните, на дне? Типа на лаву, что ли? Ну, протектурка, наверное, такая же, но... Я, честно говоря, пока не очень понимаю, как с ним взаимодействовать, потому что с ним просто никак нельзя взаимодействовать. Хм. Ладно, разберемся, пускай здесь пока постоит, может быть, он ночью будет как-то сам подсвечивать по себе чуть-чуть. Но выглядит это действительно так, как будто бы в нем магма. Очень странно, ладно. Хорошо, что у нас там в печке, готов, не готов наш слиток? Гам, слиток готов, замечательно, давайте заберем его. Так, положим его сюда, и мы сможем с вами скрафтить наковальню. Отлично. Что нам вообще требуется для нее? 10 палок у нас они есть, и 12 как раз-таки железа. Отлично, крафтим. Крафтим наковальню, ставим верстак новый и смотрим, что в нем мы сможем делать с вами. Так, наковальня есть. Давайте здесь его рядышком поставим, я думаю, да? Во, как раз-таки, слушайте, около печки будет нормально. Вот здесь, да? Вот так вот. Хыч, готово. Отлично, у нас есть еще плюс ко всему наковальня теперь. Давайте заглянем в нее. Здесь мы можем делать the mill used for grinding all sorts of materials. Ну, это типа как мельница, которая перемалывает ресурсы. Хм. И можем еще какую-то станцию делать. Water Power Station for Crafting. Ага, тоже крафтовая станция, короче говоря. Продвинутая крафтовая станция. Это интересно, что для нее требуется 20 палок, 15 железа. 10, хорошо, я понял. Кажется, я понял, куда наш путь лежит теперь с вами. Ну, вернее, как путь. У нас железо-то есть, нам только нужно переплавить его. 69 получается, да, ну, грубо говоря, 68. 34 мы, 34 спокойно сможем куска переплавить. Ох. Мы так донесем, интересно. Не, ходить вообще не можем. Ладно, будем по кусочкам таскать, значит. Так, давайте половинку, да, мне сплинтоните сюда. Сера... Чего? Не могу тащить? Да, а, ну, ровненько, слушайте, ну, это жесть.
Это жесть. Ладно, две уберем еще. Давайте по 32 кусочка потаскаем. Во, нормально. Да, тяжелая, конечно, руда. Жесть просто. Очень тяжелая. То есть заправим. А, так можно, господи, можно и не ходить. Вот, мы можем вот так сделать. Можно и не ходить просто-напросто. Вот, взял вот так. У нас же все рядышком стоит. У нас же все рядышком стоит специально для удобства. Все. 34 куска у нас железа. Слитка, вернее, будет куска, господи. Слитка железа у нас получится. Отлично, нам как раз-таки хватит с вами и на... Здесь типа уплавляется он, да. Жалко здесь, знаете, ручеек такой не бежит еще. Очень жаль, ну ладно. Короче говоря, у нас путь сейчас с вами лежит к мельнице, получается, да, и к продвинутому верстаку, грубо говоря. Вот и Power Station for Crafting Advanced Items. Ну да, для продвинутых всяких разных штуковин, необходимых, видимо, нам, да. Посмотрим, очень интересно, что там можно крафтить. Мне прям вот действительно любопытно посмотреть. Так, ну водичка, уголь, все хорошо, здесь у нас все хорошо. Как у нас по еде с водой? О, господи, здравствуй, сосед. Здравствуй, сосед с ремонтом. Слушайте, знаете, у меня такое впечатление иногда складывается, что ремонт просто вот во всем доме никогда не прекращается. Просто никогда. То есть он постоянно где-то идет. Постоянно кто-то что-то делает и ремонтирует. Это просто какая-то жуть. Причем и утром, и днем, и вечером, и в любой день недели, будь то выходной, будь то не выходной. Жуть какая-то. Я просто вообще в шоке, если честно. Ладно, давайте мы, наверное, пока пособираем ресурсы, тогда поплаваем, я думаю, да? Ну, они нам пригодятся в любом случае. В любом случае, там, возможно, и для нового крафта пригодятся, и для того, чтобы скрафтить те самые станции. Нет, ну вы слышите, да, это? Это просто какой-то гребаный закон подлости. Только садишься записывать, и начинается вот эта вот хрень. Просто невероятно. Я не знаю, что с этим делать. Мне нужно, знаете, наверное, здесь комнату свою обмотать 10 слоями просто изоляционного материала, чтобы не было слышно вот этих вот стуков, бряков, жужжания дрелей и так далее. Короче говоря, просто адик какой-то. Ну ладно, будем справляться, что же делать? Что же делать? Сегодня вам мои соседи просто передают огромнейший привет. Можете в комментариях потом тоже им привет передать. Ладненько, шутки шутками, давайте собирать материалы пока. Я надеюсь, они ему там не сильно на самом деле мешают, но они так как-то стучат, но потом перестают. Хотя, честно говоря, я даже пятой точкой своей, честно говоря, ощущаю, как эта вибрация идет от этого стука и сверление, господи боже мой. Или знаете, у меня еще такая теория есть, что просто соседи постоянно, не знаю, там всю комнату, короче говоря, обвешивают полками, какими-то шкафчиками по стенам. Просто вокруг, наверное, обматываются ими, я не знаю, зачем они постоянно сверлят и стучат. Но так или иначе, это имеет место быть. Ладно, ладно, не будем на это внимание обращать. Будем просто с вами собирать материалы. Я думаю, может быть... Нет. Вот хочется не обращать внимания, но просто невозможно не обращать, потому что это так громко, черт подери. Так громко, просто ужас какой-то. Ладно, уж извините, я тут не виноват в этом, к сожалению. Вернее, к счастью, не виноват. О, кислород. Опять заболтался с вами, видите, вот, и забываю совершенно про кислород. Давай, уже здоровье пошло. Нужен. О! Ух, хорошо, добрались с вами до кислорода. Давайте-ка там сразу отвесим, что мы там насобирали с вами, пускай здесь веревки делаются. Да и сюда тоже все сложим, чтобы, знаете, место нам не занимало, и груз лишний тоже не несло это все. Во, хорошо, что у нас там? Что у нас там по слиткам? 6 пока еще только готово, ну, понятно, в общем-то, это, мне кажется, будет долго. Я думаю, стоит сплинтануть уголек, потому что он явно столько, наверное, не понадобится здесь. Так, пока оставим. Если что, потом вернем обратно. Я просто не хочу, чтобы лишний прогорал, знаете. Не хочется, чтобы лишний прогорал. Ладно. Так, что мы вообще с вами можем еще скрафтить? Может быть, мы скрафтим какую-нибудь лесенку, посмотрим на нее пока что, да? Так, это у нас окна какие-то. Ну, у нас, чтобы крафтить окна, я так полагаю, нам нужно крафтить вот эти вот штуки, да? Так, wooden catwalk. Так, wooden frame. Wooden building. Ну, короче, понятно. Маленькая стеночка, рейлинг. Я думаю, можно попробовать вот это скрафтить. Меня, знаете, что интересует? Так, to mark positions. А, ну, грубо говоря, просто куда мы сами хотим. Ну, я примерно по карте-то, господи, так ориентируюсь. Я помню, где у меня там что, где у меня железо, где у меня не железо. Это, в принципе, так. Ну, можно, конечно, поставить просто по приколу, чтобы посмотреть. Но так я действительно помню, что где. Примерно, само собой. Так, стенка, хрененка. А где меня интересует, подождите, the basic wooden build structure. Где, блин, гребаные эти? Или тут нет их? Подпорки, подождите. Ну, тут точно нет, тут только всякие причиндалы, которыми мы пользуемся с вами. Ладно. Так, здесь тоже ничего такого нету. Может быть, все-таки наковальня будет доступна, интересно. Ну, посмотрим, ладно, не будем тогда спешить.
Посмотрим, здесь веревочки пока тоже крафтятся у нас. Все, давайте занырнем еще разик. Так, вот там бочечки вижу. Но нам бы, на самом деле, мне кажется, дерево побольше лучше было бы собирать сейчас. Поскольку у нас не так-то его и много. Оно нам явно пригодится. Вот эти вот, я имею в виду, планочки. Палочки, планочки, досочки и так далее. Все такого плана. Ну ладно, раз тут бочки прямо так глаза мозолят, можно, я думаю, и с ними немножечко повозиться. Давайте чуть-чуть пособираем. Все-таки металла, да? Жалко, что скрап-металл нельзя переплавлять. По сути, это ведь тот же металл. Почему бы, допустим, в огонь не закинуть его, да? Он же тоже переплавится. Там вся эта хрень ненужная выгорит из него, и он переплавится, по идее. По идее. Я, конечно, не металлург, и не этот. Ну, вы поняли, да? Но мне кажется, это так работает. Мне кажется, если ты кинешь кусок металла, даже если он ржавый, то он переплавится все равно. Хотя, возможно, ошибаюсь. Может быть, там какая-нибудь ржавчина, это же какая-то там окись. Все дела. Может, она как-то влияет тоже на это. И можно, может быть, как-то нужно его очищать, поэтому только руда. Самая чистая, как с лица младенца. Так, хорошо, хорошо, все, давайте тоже сюда сложим. Пока суть до дела, пока там наши слиточки плавятся, я решил все-таки... О, господи, показалось, что идти не могу скрафтить лесенку. Я хочу посмотреть, как она просто выглядит здесь. Так, лесенка. О, ух ты же, ядрить ты налево, она достаточно большая. Она довольно-таки большая. Так, ну я бы здесь не хотел ее располагать. Надо бы как-то либо ее здесь, либо вообще, может быть, еще скрафтить тогда, знаете, парочку вот этих вот платформ и на нее поставить лесенку. Потому что либо просто подальше чуть ее поставить. Как бы вот так, да, получается. Как бы ой, я хочу есть, пить хочу, жуть какая, слушайте. Я думаю, что-то сердечко колотится. Вроде бы все нормально должно быть. Все, поели, попели. Вот видите, сразу минус 3 ребёхи, минус 3 бутылки воды. Жесть. Жесть, конечно. У нас и аппетиты с вами. Можем вот так поставить ее вообще. Не, ну так тоже будет не очень хорошо. Давайте, я думаю, две платформы скрафтим. Конечно, тоже минус ресурсы, но просто охота посмотреть, как она будет выглядеть. Так. Давайте заберем это с собой сейчас сюда. Оп. Блин, хорошо, что у нас все рядом. Слушайте, вот реально хорошо. То есть мы можем прям сразу все взять и никуда тащить не нужно и просто скрафтить, да? Так, давайте раз-два скрафтим. Раз-два, и как раз-таки сделаем вверх. Сделаем вверх. Так, все это обратно. Давайте заберем сразу же. Переложим куда надо. Все, есть у нас контакт с вами. Так, отлично. Погнали. Я надеюсь, не перегружен, не перегружен. Супер. Так, меня интересуют вот эти платформы сначала. Давайте, оп. Раз, готово. И сюда еще одну, да, рядышком давайте. Опа-на, все, отлично, супер. Здесь мы с вами поставим лесенку. Посмотрим, как она и что она. Так, а можно мне, пожалуйста... Да, я могу вращать ее, во-во-во. Вот так вот, давайте. Давайте. Хрищ, готово. Так, у нас есть лесенка, замечательно. Вот таким вот образом она здесь выглядит. Ой, упали, ну, в общем-то, довольно-таки простая, да. Просто каркас идет. Кстати, смотрите, каркас скреплен скобами железными, это забавно, это прям детальки такие. Небольшие, а приятные, да? Интересно. Ну, короче говоря, каркас и просто, собственно, ступеньки тоже из досок сделаны. На что вполне себе даже прилично. Так, хорошо, хорошо, посмотрели мы с вами, как выглядит стена. Ну, что там скажет нам? 18, сколько нам нужно было? Что там нам надо было? Так, мы можем мельницу с вами скрафтить, да, так-то? А, нет, фабрик. Фабрик нужен какой-то. Фабрик. У нас такого нет. Ну, короче говоря, нам сначала, видимо, все-таки придется с вами крафтить тогда, получается, процессинг стейшн, вот этот вот самый. Ладно, давайте. Сколько там? 15 надо было, да? 15 на него нужно было. У нас как раз-таки такое количество есть. Давайте сюда перетащим. Вернее, сразу сюда. Так, 15, что там надо еще? 20 палок, вернее, досок, 10 скрап-метал, 5 стон. Вроде все это есть. А мы так дотянемся, интересно? Ну-ка. Ну-ка, так. Немножко, блин, не хватает. Зараза, места. Чуть-чуть. Ой, стойте, а если вот так? Я не сползаю. Ну-ка, подождите. Я надеюсь, мы гореть не будем. Оу! Да, так не удержаться. Так удержаться, вернее, весьма сложно. Но попробовать можно, подождите. Да господи! Нет. Мы, кстати говоря, с вами сразу на лестнице появляемся. Ну ладно, короче, не суть. Давайте. 20 этих. 20. Давайте. Камня. 5 штук, по-моему, да, надо было. 5 же вроде бы нужно. Ну, посмотрим сейчас. Так, сплит. Будьте любезны, все разделили. Так, раз. И что-то еще надо было.
Скрап метал 10 штучек. Скрап метал. Хорошо. Скрап метал у нас тоже, в принципе, пока предостаточно. 10 штук. Давайте разделим. Во. Зашибись. То, что надо. Так. Все, отлично. Мы с вами сможем скрафтить сейчас процессинг стейшн. Ту самую. Давайте скрафтим. Давайте. Очень интересно глянуть. Причем она, так я так полагаю, она прям целую ячейку будет занимать. То есть она прям на доске, что ли, стоит на такой. Ну, вернее, на платформе. Сейчас увидим. Если что, поставим ее как раз-таки куда-нибудь сюда, допустим. Если можно будет. Да? А, вот оно-то в чем дело. Вот оно в чем дело. Вот почему написано, что она типа на воде работает. Вот оно в чем дело. Офигеть. Так, подождите, я не знаю даже, куда ее лучше ставить-то. Это прям, это же прям станок, блин, вы гляньте. Там прям, охренеть, это станок получается целый. Какая красота. Так, ладно, я поставлю ее куда-нибудь все равно. Здесь, наверное, посередке. Здесь он будет совсем нелепо смотреться, наверное, да? Ну, подождите. Подальше отойдем. Ну, хотя, почему нелепо? Нормально. Нормально. Пускай просто все в кучке. Здесь мы сможем еще платформу одну сделать. Здесь пускай все в кучке стоит, да? Так, раз. Мы можем повернуть его вообще. А, ну нет, так он точно будет хреново смотреться. Хотя, с другой стороны, нам-то какая разница, как он смотрится. Подождите, а если сюда поставить его, допустим, куда-нибудь прикрепить? Можем, конечно, сюда установить его рядом с этим. Давайте так поставим. Рядом с ящиком будет как раз-таки нормально. Давайте поставим так. Во. Хдрш, готово. Смотрите, как здорово, а? Вообще жесть. Очень клево. Клевый станочек, да? Прям реальный станок, слушайте. Что там можно в нем делать? Вот, факел. Динамит. Ага, вот как раз-таки фабрик. Made from rope, из веревок делается. Ну, короче говоря, ткань, да, я так понимаю. Crafting building materials. Ага. Из веревок мы будем получать вот это вот. Замечательно, слушайте. Класс. Так, и как раз-таки обычный факел получается. Это какой-то необычный факел, да? Это у нас, как он называется? Standing... Типа, Standing Torch is a crude but effective light source. Ну, эффективный, говорят. Говорят, эффективный. Просто на месте стоит, но эффективный. Ну ладно, посмотрим. Но станок, конечно, клевый. Станок, конечно, верстак просто офигенный. Да нет, это не верстак, это именно станок. Жесть. Красота. Просто супер. Там он вращается, видимо, да? Зацепление идет через там какие-нибудь, наверное, шестеренки, или может быть при помощи веревок тех же самых, и вращает вал. Класс. Очень здорово. Хорошо, давайте. Нам нужен фабрик как раз-таки, чтобы скрафтить ту самую мельницу, да? Сколько нам там нужно было ее? Сколько нужно было? 5. Хорошо, берем веревки. Наши у нас веревки есть. О, господи, боже мой. Ну, серьезно, соседи, хватит. Хватит, не мучайте меня. Давайте возьмем все веревки, которые у нас есть. Попробуем скрафтить. Ох, 11 штук. Нам нужно 5 всего, поэтому мы только 5 скрафтим. Смотрите, оно вращается. Круть. Здорово. Оно, блин, вращается. Жалко, что здесь ничего нету. Жалко, что между вот этими креплениями ничего нету. Было бы здорово, если бы какая-нибудь болваночка появлялась, знаете. Вот реально было бы здорово. Но есть специальный звук для этого. Специальный звук. Для станка. И вращается вал. Охрененно. Просто офигенно. Да не подсвечивайся ты. Смотрите, да? Да, хватит подсвечиваться. Красота. Нет, ну реально здорово ведь. Реально, черт подери, здорово. А это, видимо, можно еще как точильный камень, наверное, да, использовать. Или просто груз какой-то сделан. Ну ладно, но все равно здорово очень. Очень здорово. Ну, конечно, мне кажется, такая система больше для реки подходит. То есть, типа, ну... Хрен его знает, насколько здесь течение, конечно, большое и сильное. Но если бы здесь была какая-то горная речка, тогда бы 100% это было уместно. Ладно, не будем уж пока придираться так сильно. Но мне это определенно нравится. Здорово сделали, здорово. Так, фабрик. Сколько там фабрик у нас уже? Один остался, давайте докрафтим. Так, portable light source of underwater exploration. Ну, короче говоря, понятно. Просто обычный факел. Динамит. Так, rope stick, sulfur. Black Powd. Ого, а что за Black Powd? У нас нет его. Где он делается, интересно? Где он делается, я не знаю. Может, скорее всего, в той мельнице. Скорее всего, в той мельнице. Давайте посмотрим. Так, я веревки тоже заберу, потому что не помню, нужны или нет. Давайте глянем. Так, что у нас тут? Нет, веревки здесь не нужны, просто именно фабрик. Так, 8 iron, 20 planning, 14
Планки у нас есть еще или нет? Да, как раз таки, слушайте, хватает. Как раз таки хватает в притычок, да? Так, давайте сюда все сложим. Так, 8 металла. Так, металл у нас здесь. Отлично. Давайте все сюда переложим. Металл есть. Планки, металл есть. Камень остался, да? Только 14 камня. Зашибись. Давайте возьмем. Камень у нас тоже тут был. Во. Огонь. Огонь. Все, крафтим с вами мельницу. Слушайте, класс. Новые верстачки, новые станочки, новые возможности. Посмотрим, даже интересно. Так, и есть. И как она будет? Может быть, сюда как раз таки ее поставим теперь? А, нет, она уже именно ставится просто... Дайте тебе посмотреть. Ну да, слушайте, а клево. Клево выглядит на самом деле, здорово. Ну, как мельница, да. Ее нужно ставить именно уже куда-то на поверх. Можем сюда ее поставить. Так, а я сюда тебя смогу поставить? Да, я могу ее прям рядом поставить, слушайте. Прям могу рядом поставить, вот так могу. Сейчас. Вот так, оп. Так, подожди, дай подальше отойдем, не вращайся ты, подожди. Ну да. Отлично, давайте здесь и поставим, я думаю. Здесь и поставим, я думаю. Так, сейчас, подожди, уберись. Давай. Оп, сейчас, вот, слой, вот сюда, давай. Хдыщ. Смотрите, красота какая. Давайте на лестницу забежим, мне кажется, оттуда будет. Почему ты не работаешь, черт тебе? Факел, что с тобой не так? Ты же факел, ты должен работать. Ну-ка, давайте посмотрим. Ай. Смотрите, как... О, он автоматически загорелся, смотрите. Факел автоматически загорелся. Красота, у нас просто здесь, блин, прям хай-тек какой-то, знаете. Не, ну выглядит забавно. Так, плот куда-то уплывает. Эй, плот, слышишь, ты куда там? Алло, не уплывай только. Не, ну выглядит весьма даже забавно, я бы сказал так. Очень интересненько, хорошо, давайте. Давайте посмотрим, что мы там можем делать. Видимо, сюда мы должны просто что-то... Давайте попробуем все, что можно. Все, что можно, давайте попробуем. Так, начнем с этого. Начнем с этого. Да, можно, смотрите-ка. Давайте так, давайте по одному. Давайте по одному просто попробуем сначала, что там получится, не получится. Так, это у нас Red... А, ну да, да-да-да, Red Puff, здесь, скорее всего... А из чего Black тогда сделать, не знаю пока. Смотрите, она вращается тоже, да? Вал тоже вращается, офигенно. О, как же здорово сделано, мне прям очень нравится. Смотрите, вал вращается, все вращается. Здорово, там все перемалывается, да? А... В смысле, подождите, не понял. А куда делось? Типа одного мало, наверное, да, просто было? Надо еще один сейчас посмотрим, давайте. Или что, подождите, одного мало, что ли? Я понять не могу, почему-то. Ну, давайте посмотрим хорошо за процессом. Может быть, действительно просто одного мало? Да, он как-то, видите, не до конца. Давайте еще два. Так, я надеюсь, сейчас все нормально будет, нам хватит с вами. Так, еще два, ну. А он заново все время начинает, смотрите. То есть здесь материалы пропадать могут, так что ли, серьезно? Так, ну это может получается 4 зафигачили. Так, нет, смотрите, из двух получилось, да? Но я так полагаю, что те два тоже учлись. Хорошо, давайте сразу 5 сюда зафигачим тогда. А, из этих 3 типа получается, жесть. Жесть. Нет, 3 не получится, не хватит. Но на 2 точно хватит. Purple, да, пафт. Нужен Black какой-то пафт найти. Ну, да, короче говоря, то ли нам коралл какой-то с вами еще найти, то ли еще что-то типа того. Может быть, просто уголь там, не знаю, запихать, допустим. Может быть, уголь запихать. Так, ладно. Сейчас еще вот этот посмотрим, как во что будет перемалываться. Тоже интересно. Люминесцирующий, да, коралл наш, который светится. Так, отлично. Но я думаю, там уже не хватит. Я очень надеюсь, что он учитывается. То есть никуда он не денется, этот один. Да, ну видите, половинка типа дошла. Так, смотрим. О, смотрите, какая хрень. Класс, да? Здорово. Здорово. Ну, давайте, я думаю, перемолим все тогда. А, просто сразу в очередь ставится. Отлично, просто сюда все запихиваем и все. И он потихоньку делается, класс. Ну пускай перемалывается тогда, ладненько. Ладненько. Так, ну здесь... Блэк Пафт, что ж за Блэк Пафт? Где нам тебя найти? Но факел тоже прикольно смотрится, да?
очень даже неплохо освещает, между прочим. Прям очень даже неплохо освещает. Автоматически зажигается, автоматически гасится. Так, эта хрень тоже куда-то отплыла. Что-то такое ощущение, как будто мы немножко дрейфуем. Все куда-то отплывает от нас. Ну ладно, там нам ничего не нужно, в общем-то, больше. Здесь давайте только вот приджоним его обратно, во, чтобы далеко не девался. Хорошо. Это определенно интересненько. Так. Ну, здесь, я так понимаю, мы тоже все скрафтили, все, что могли с вами скрафтить, да? Ну, очевидно, да. Это скрафтили, все. Больше тут ничего пока не скрафтить, к сожалению. Здесь. Так, стоп. Стоп, все. Тут тоже материалы кончились уже. Тут у нас тоже материалы кончились. Хорошо, давайте отнесем пока сюда, наверное, все-таки положим сюда. Попробуем, давайте, может быть... Во-первых, так, сейчас. Спринтанем, давайте половиночку. Попробуем. Может быть, это тоже можно будет как-то перемолоть. Может быть. Так. Ага, хорошо. Ну-ка. Да. Да, Black Puff, то, что нужно. То, что, блин, нужно. А это? Нет, это не перемалывается. Ну, понятно. В общем-то, уголь вот он куда еще используется. Слушайте, замечательно, мы с вами сможем сделать динамит. Это класс. Это здорово. Это прям вообще волшебно. Пускай перемалывается тогда. Так, друзья мои, ну что ж, мы с вами сегодня построили два новых верстака. Даже в одном верстаке скрафтили все, что только возможно. То есть, вернее как, мы построили, получается, с вами три новых верстака. Наковальню, да, и прям станок. И мельницу, которая все перемалывает. Сможем с вами сделать динамит, взорвать контейнер, посмотреть, что там такое. Посмотрели, как выглядит лестница. Замечательно, по-моему, просто шикарно. И на этом пока что мы с вами, ребят, завершим серию. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчики. Ну а мы с вами, как всегда, в следующей серии увидимся. Всем до скорого и пока-пока.